старт участники приза стилистики в боксах. Дан старт скачки. Итак, лучше всех принимает Роскошь Агро. На втором месте Карамбалетта. Тут же Малифа Стар делает бросок, выходит на второе место. Лидирует Роскошь Агро. На втором месте Малифа Стар, Карамбалетта. За ней Рапид Мэй. Далее Джесс Плей. Лошади входят в левый поворот. 400 метров пройдены за 26,6 секунды. Роскошь Агро лидирует. На втором месте Малифа Стар. Третий Рапид Мэй. Карамбалетта. И далее несколько лошадей сразу делают хороший, уверенный бросок. Среди них Аманат Чарм. За 500 метров до финиша впереди Малифа Стар. 500 метров пройдены за 32,9 секунды. Малифа Стар выходит вперед, а тут же бросок делает седьмой номер Рапид Мэй. Рапид Мэй захватывает Малифа Стар, но обойти не может. Малифа Стар лидирует, Рапид Мэй на втором месте, Династия Найнс четвертой. Все же Малифа Стар удерживает лидерство и выигрывает приз стилистики. Рапид Мэй финиширует второй, на третьем месте Династия Найнс, а четвертом Джесс Плей.